Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Мои друзья, познакомьтесь, сидят все на той же кровати. А сегодня у нас четверг. Я была в центре, сейчас вам покажу, что я купила и что мне дали. Вот купила опять здоровенный пакет абрикосов за евро. Видите, такие хорошие абрикосы. Я те уже почти доела. Ну, конечно, они по вкусу не такие, как... скажем, украинские, но все равно неплохие, неплохие. Вот такой пакет, этот самый дали мешок, тут я его подвернула, тут внизу там написано название партии, за которую надо голосовать. Почему подвернула? Потому что скажу, вот тоже конфетку эту уберу, там тоже название партии. Вот такие конфетки, это такая штучка, когда вы берете этот самый... тележку вставляете вместо денежки. Вот такие три ручки. Это пакетик. Цветы посадить. Я посею их на улице у нас тут во дворе. А это взяла крем ланкомовский в этом, в Стокмане. Это в аптеке у нас в Скансе взяла. Вот, это спички. А это сенсей тоже какой-то крем. Вот, сенсей. Вот он тут на каждой штучке такой приклеенный. Вот я один оторвала вам показать. Еще не разбиралась, а что за крем. Для какой кожи, для утра, для вечера. 3 миллилитра. Вот. Ну и потом же пошла... вот еще такая розочка. Розочка такая. Брошечка. Так она так закалывается, видите? Можно приколоть куда-то. Ну и потом пошла же опять в этот самый Big Box магазинчик. И что же вы думаете, я купила? Вот купила такой комбинезон. Видите? Их два здесь. Вот этот первый. Это для Настюши купила. Длинный он такой. Очень уж длинный. Вот. Такой приятный, хороший. 150 евро. Ну, а это же все же три вещи за одну цену, за 10 евро. Не за одну цену, а за 10 евро. Такие штанишки широкенькие, длинные-длинные. Надо будет ей отрезать. Этот второй купила для себя. Вот видите, размер XL. Если у Настюши XS, то у меня XL. Я одела, мне так понравилось, мне так хорошо, так удобно. Ну, конечно, штаны длинные-предлинные. Я Ларисе понесу, она подрежет. Вот так вот подрежет на вот эту, на одну подрубку. И также потом широко подрубит. Вот. И вот такой комбинезончик купила для Настюши. Этот такой легкий, вообще как типа шифоновый, видите? Вот так вот. Но он этот короче, так по щиколотку. По щиколотку. Вот. И можно носить его без, не поддевая вниз бюстика. Потому что здесь такие оборки впереди и сзади, ну, в круговую. И оно будет все закрывать. Вот. Ну, и вот теперь думаю, гадаю, надо ж... Лето же началось, а теперь же надо собрать посылку, да переслать это все. Вот, купила. Ну, ничего, перешлю. Это не страшно. Конечно, ну, цена была, сами видите, какая. Потом 30 евро. Вот. А по 3,30 за одну вещь, это просто замечательно. Просто замечательно. Вот такое маленькое видео вам показала. Ну и, конечно, хочу вам сказать, мои дорогие, изменения у меня на YouTube, на моем канале. Мне не раз уже говорили, поставим монетизацию. Конфетка упала, там же давали. Монетизацию постав. А так как с 1 июня... новые правила на YouTube. Даже если у меня не стоит монетизация, то YouTube будет с каждого видео там по евро, что ли, у меня иметь. Вот. Ну, поэтому я решила, почему бы и нет. И вот я занималась. Ну, вчера начала заниматься. Вы же знаете, кто имеет свой канал, то надо сначала там запросы делать, все там отвечать на вопросы. Там первый этот самый этап пройти, второй, третий, потом, ну, короче. Сидеть там и заниматься. Заниматься. Ну, вот я и занималась. И вот сегодня уже у меня
все видео, те мои старые, которые были раньше, они все с рекламой. Я посмотрела, реклама идут. У меня впереди реклама, впереди видео. Я не знаю, сколько будет минут. Это не я выставляю, сколько минут. Это выставляет YouTube по той причине, что я клиент новый, и они там сами решают, как и что для меня делать. Вот такие вот дела. Так что продолжайте меня смотреть. Я думаю, вам будет интересно. Много видео я там поудаляла, которые там было мне с жалобами. Я их просто поудаляла, не стала я ничего обжаловать. Вот и все. И теперь, конечно, и будьте вежливы в комментах. Пишите только хорошее или вообще ничего не пишите, потому что я не буду отвечать на грубость грубостью. Я просто буду таких людей удалять и буду снимать только то, что дозволено снимать, чтобы мне потом вот это вот не закрывали там, потом мне это не обследовать, не расследовать, оно мне не надо. Вот, вот такие вот дела. Вот абрикоски, очень хорошие абрикоски, я довольна. Буду кушать с большим удовольствием абрикоски. На этом все. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Натальи П. Пишите английскими буквами. Пока. До новых встреч. Хорошей вам погоды. У нас как-то с утра было, ой, так тепло-тепло я ехала, 24 градуса. А сейчас какая-то туча там вот зашла. Гляди, еще и дождь пойдет. Ветерок поднялся. Вот, ну не холодно, Так что я заканчиваю. Пока, до новых встреч.